Хай! Здравствуйте! Мерабалар! Запивать будем мы сегодня арбузным чаем Вита наши вкусняшки, которые я буду сейчас кушать с вами. Буду кушать вот такой вот, пожалуйста, йогурт. Так, и вот такая вот украинская вкусняшка, которая называется Северский. Так, вот. Будем отсюда брать, макать. Вот сюда. Да. И кушать это все. Это будет у нас вот так. Вот. Вот это тело, это все. В общем, это выглядит вот так. И руки мои уже выглядят вот так. Очень пачкает, очень. Такой белоснежный. Вот, это украинский, белоснежный, называется Северский. Ну что, поехали. Приятного аппетита вам тоже.
Так торопилась снять видео. Ложку забыла. Трубочку забыла. Хорошо, что я здесь есть смело. Себя не забыла, мел не забыла. Было вкусно. Очень. Ручка белая. Когда нас будет немножко побольше, я буду разыгрывать. Разыграть мел я пока не могу, потому что я сама нахожусь не в России. Будем разыгрывать вещи. Вот. Того производства, где я сейчас, в какой стране нахожусь. У нас будут конкурсы. Сюда ко мне мел приходит с большим трудом. Вот. Не разрешается. Как бы, ну, перевозят, все равно перевозят, конечно. Но многие браться не хотят. Поэтому у меня был заказ с Украины. 10 килограмм я заказывала, девочка молодец, привезла. Поэтому разыгрывать буду интересные вещи. То, что можно будет отправлять через карго. Либо почтой. Вот. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!